Всем доброе утро. Мы сейчас встречаемся с моей подругой на вокзале и на поезде едем в Зарбрюкен. Почему некрасиво? Не знаю. Ну вот медбулочка есть. Бюрик. Нет, не медсосиска. А это вина, а где бюрик? Вот это бюрик? Да. Бери это. Я себе два шинкен круассан взяла. По 77 центов. Давай. Посмотрим, до смеха. Давай, черпай. Не пробовала еще. Мы как законопослушные в масках. Ну, хорошо, не видать. Ну. Спрятались, но никто не знает. Да. Я показала 23 евро. Вот видишь, Раланд Фальц. Ой. Ты уже что-то цурык. Уже нажала. Цурык. Вот, свайпи зон, номер 20, кинаузо, да. Да, вот этот. А у меня было? 25, ты говорила. 25. Ну и Галь, давай делай свайпи зон. Так. Нам же не ну надо, да, сегодня, можно. Только на сегодня. Да. Датум аусваль. 29. Да. Все, бацан? Давай. Давай, доставай, я это снимаю, сейчас тебе отдам 15. Или не отдам. Попробуй. Ты разве не платишь сегодня? Да нет. Нет? Хотела тебе булочку купить. Давай. Баблосик. Ты же теперь в Турцию не едешь, тебе денег не, нет. Не, ну, конечно, у меня же денег дофига, конечно. Как у меня? Да. Я смотрю, ты дешевые булочки купила. Ну, куда деваться? Мне в этой маске дышать невозможно. Я тоже не могу дышать своей. Мне надо новую купить. Доживите до сюда. Маску покупать. Все. Деньги тратить. Пошли. Так, да, посмотрю. Все нормально? А что там смотришь? Видишь, Раллен Фальц, Унзанан стикет. Да, ну а я просто задавала просто по... Только здесь у тебя ручка есть? Найн. Да не надо, пошли. Надо, да, не скажут, надо. Найн. А я просто дома задавала... Два человека на Зарбрюкен. Просто в Зарбрюкен. Это была бы одна сторона у тебя. А, ну может быть, не знаю. А это ты ей. Может, по всему Раллен-Фальцу у меня есть. Не знаю, целый день. Может быть. В общем, познакомьтесь, это Таня. Таня, открой личико, перечитай. Нет. Это не наш? Нет, не наш. А вообще на какой нам? Нет, нам в ту сторону нужно. Нам надо в ту сторону. Туда Майнц, туда Зарбрюкен. Значит, нам вот это? А я не знаю. Я знаю, что в ту сторону нам ехать. Не знаю. Кукой. А мы вчера с Танюхой еще были на Бострельзе. Там такая очередь была на сам вот пляж идти. Я говорю, хорошо, Танюха, что мы с тобой не додумали взять купальники и там покупаться. Но мы договорились заранее, что просто прогуляемся вокруг озера, покушаем что-нибудь. Я сейчас курс, я сейчас видео вставлю, какая там была очередь. Все, Танюха, приятного аппетита. Давай тебе тоже. RE3 nach Saarbrücken Hauptbahnhof. Nächster Halt Saarbrücken Hauptbahnhof. Все строят, строят. Вот здесь где-то была ну, шпаркасса, банк. Где теперь мне деньги снимать?
клади на середину. Шпагетти надо искать. Ты шпагетти айс? Да, я хочу шоколадное шпагетти. Так, шпагетти айс. Шоколадное это новое, да? Раньше не было, мне кажется, шоколадное. Не знаю, я всегда заказываю. Если даже нету шоколадного, я всегда говорю, мне шоку. Ну, они сделают тебе, да. Даже, ну, или вот такое вот можно. А это что такое? 346. Это, наверное, на Вальбер, что-то похоже. Зана, шоку и шоку орехи. Не, мед орехи я не хочу. Тогда я возьму вот это 342. Это просто шоку. Зана, ваниля, шоку. Ваниля и шоку политая. Они хоть красивее. Аппетит не выглядит. Танюха пошла блузку мерить. Мы в этом Праймак. Сейчас она померит и все, и домой поедем. Устали, как собаки. Ну, мы чуть-чуть покушали, мороженое поели. Погуляли спокойно, гичильт, никакого стресса. И все, сейчас домой поедем. Я себе ничего не купила. Я мерила, то померю, то это померю. Но купить ничего не купила. Пчелка моя стоит. Только по пчелке замечаешь, как быстро растут волосы. Ее надо укорачивать. Может, в субботу схожу. Поэтому я сейчас так убираю. Ой, сегодня хорошо погуляли. Мы вчера, говорю, ездили вот на Бостельзе гулять. Я говорю, хорошо, что мы с собой не взяли купальники и не поставили себе такую цель, что будем купаться. Блин, бровь торчит. Не, там очередь, это кошмар. Ну, понятное дело, все невыездные. Никуда, как раньше, в отпуска не поедешь сейчас. Поэтому все так по Германии, кто по Европе, кажется, все здесь остались. Все в Германии сидят. Хорошо, что хоть погода на этой неделе хорошая. Вот, это мы. Вот мы на Бострезе были. А сегодня в Зарбрюкен поехали, но мы ничего не купили. Абсолютно ничего. Просто прогулялись, посидели, поболтали. Ноги устали. За эти два дня ноги устали. Это ужас просто, как у меня ноги болят. Хоть и обувь была удобная, но ужасно болят ноги. Я за это время забыла про свой огород. А у меня там и огурчики, и помидорчики. И помидорчики, красотульки. Вот они. Ну и скоро будет ежевика. Этот куст, она прям крупная. А на вот этом она какая-то мелкая. Не знаю почему. Но на следующий год я ее в порядок приведу. Я сделаю маленько ее по-другому. А то сейчас она какая-то не очень ухоженная. А на следующий год будет еще больше ягод. Хотите, я вам покажу большую улитку, которую я у себя нашла в огороде. Кому это противно, можете не смотреть. Ой, но она такая хорошенькая, такая миленькая. Где твои глазки? Скажи всем привет! Я улитка. Ой. Monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun.